Чебоксарская детская команда по слэдж-хоккею провела товарищеский матч против команды школьной лиги. О необычном хоккее на санках и коньках в нашем следующем сюжете. Охотники. С хоккейной защитой мама Мила справляется за 15 минут. Ее сын Демид – самый юный участник команды «Адал». Заниматься слэдж-хоккеем мальчик начал в 4 года. Уверенность у ребенка появилась, стремление. У нас все свободное время, он дома отрабатывает удары. Все, что летает – это шайба. Все, чем можно отбить – это клюшка. Игроки «Адала» разных возрастов, но это не мешает им быть полноценной командой. Вратарю Ване Шестакову 16 лет. Вратари настраиваются на игру как-то по-особенному, потому что от них зависит больше результат матча. И, ну, я считаю, что выигрывает команда. Матч – это конфета, которую мы едим вместе. И, ну, мы будем делить площадку. Я сам играл одно время в школьной хоккейной лиге 2 года. И, ну, мне это уже понятно. Последние штрихи, и можно выходить на лед. Слэдж-хоккеисты катаются на специальных санях с полозьями, в руках две клюшки. Можно отталкиваться и наносить удары по шайбе. Перед стартом матча – раскатка. С ребятами из школьной лиги слэдж-хоккеисты играют в первый раз. Формат товарищеского матча – 3 периода по 10 минут. Небольшое количество игрового времени – не повод для отсутствия голов. Открыли счет нападающие прорыва. Слэдж-хоккеисты не растерялись и забили ответную шайбу. На перерыв команды ушли с ничейным счетом. Стараются ребята. Вон гол забили. Игра хорошая, но если, ну, как сказать, легко. Легко и сложно. Мы стараемся давать фору им, конечно. Самое главное – удовольствие получить. А соперник, конечно, не равный, но ничего страшного. И мы их одолеем рано или поздно. Напутствие тренера свое дело сделали. Хоккеисты «Адала» выиграли в матче со счетом 3-2. Эффективная игра была сегодня. Ну, мы сыгрались достойно. Защитники играли хорошо, нападающие хорошо. Даже хоккей нравится, что, ну, есть команда. Можно играть здесь. Есть хорошие друзья, которые могут тебя поддержать. Команда по слэдж-хоккею молодая, ей меньше года. Но ребята уже успели побывать на фестивале в Санкт-Петербурге и турнире в Канаде. Сейчас в «Адале» тренируются 11 хоккеистов. И, конечно, детям очень нравится заниматься. Они, ну, социально адаптированы, они выезжают, они приобретают большое количество друзей, что позволяет им очень хорошо продвигаться в профессиональном уровне, в творческом, проявлять себя активно и стать в будущем хорошими спортсменами. А мечта, конечно, наших детей – это войти в паралимпийскую сборную России. Вскоре осуществить свою мечту смогут больше детей с ограниченным здоровьем. В команде появится 3 новых саней для слэдж-хоккея. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Бахтияр Велиев, Республика.